Привет, друзья! Если хочется натурального молока, вот прям натурального-натурального, прямо вот из-под коровы, то можно приобрести молоко у фермеров. Но это не значит, что надо идти непосредственно к фермеру, договариваться о том, что вы в определенный день будете приходить за молоком, о цене и так далее. Для этого при фермах есть молочные автоматы. Вот так он симпатично выглядит. Чтобы купить молоко, необходимо иметь при себе бутылку. Но если бутылки нет, то, в общем-то, ничего страшного, можно позвонить, и фермер или кто-то из его помощников такую бутылку продаст. Вот я поставила бутылку в специальный отсек. Теперь надо бросить мелочь. Литр молока в таком автомате стоит 15 крон, что дешевле, чем молоко такого же качества, но в магазине. Вот сюда бросается мелочь, и на экране можно видеть, какой объем молока я смогу приобрести. Ну вот, наверное, так будет достаточно. Ну а теперь внимание, как там в передаче, внимание на экран. Молоко это суточное, оно не стерилизованное, не обработанное ничем, а абсолютно натуральное коровье молоко. Так интересно, я вам рассказываю, а за дверью тоже кто-то разговаривает. Ах, чуть-чуть больше получилось, но ничего страшного. Все, молоко забираем, дверчку закрываем. Все. Вот так вот вдоль дороги. Оп, олень бежит. Хорошо, что не выбежал под колеса.